Так вот, раз есть и в государствах принята система безопасности, ну пусть даже национальной, то надо сформулировать, а какие опасности, их классификация. И вот здесь, на этой картиночке, видно, что опасности могут быть какие? Военные, оружие уничтожения, опасности уничтожения генофонда, и все, что связано со здоровьем, а это воспроизводство поколений. А сюда уже можно относить, ведь важно что еще, вот, прежде чем иллюстрировать, можно этих опасностей и безопасностей целую кучу нагородить, и в них запутаешься. Надо свести как бы к минимуму, чтобы была четкая стратификация и классификация этих всех опасностей и безопасностей. И вот приоритеты обобщенных средств, они позволяют такую классификацию провести. Поэтому сюда можно, вот, к геноциду, и пищевые всякие добавки, там, отравления, продовольственная безопасность и так далее, косметика, которая тоже поражает. Вот сюда это оружие геноцида. Экономические опасности. Это в первую очередь ростовщичество, судный ростовщический процент, средства кредитно-финансовой системы, которая является средством бесструктурного управления странами и народами. Технологический приоритет, значит, это технологии, одурачивание сознания людей, манипуляции сознанием. И не только сознанием, но и это и технические средства могут быть, которые вредят развитию человечества. То есть это вот здесь вообще спектр, его можно расширять, его можно классифицировать, но в целом, в объемлющем вот представлении таком, в обобщенном виде, почему и приоритеты называются обобщенных средств, потому что здесь тоже внутри можно классификацию проводить. Но то, что вот мы рассмотрели, на поверхности лежит, это религии, идеологии, вот они, а секты всякие, которые развились, а учения, сколько сейчас там всяких и так далее, экстремисты какие-то. А что такое экстремизм, кстати? Вот сейчас закон там об экстремизме, а дайте определение, что такое экстремизм-то? Ну, это когда вот вроде против кто-то чего-то кого-то. А как? Четкой меры понимания нет. И тогда, если вот с позиции концепции общественной безопасности, экстремистскими как раз учениями и получаются второзаконие Исаии из Библии, я вам зачитал, это что, не экстремизм, что ли? Еще какой? И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. А страны и народы и цари, которые не захотят служить тебе, такие народы истребятся. Ха, ничего себе! И это истина, понимаете, Бог сказал. Да вы чего? Уважаемые, за это под суд можно пойти. Но судят-то не их, а как раз те, которые говорят, что это мерзость. А, кстати, если уж говорить о Льве Николаевиче Толстом, вот мы затронули, Лев Николаевич Толстой ведь написал целую работу, почему христианские народы и русский народ в особенности находятся в таком бедственном положении, где вскрыл ложность учения не Иисуса Христа, а ведь учение Иисуса Христа переделал агент Синедриона Савел Павел, который стал апостолом. И вначале вообще современники этого Савла Павла хотели назвать этого павлианством, то есть он проповедовал это учение, изолгав учение Христа. Как это делают, это вот описано тоже. Почитайте роман, вернее, работу внутреннего предиктора СССР «Мастера Маргарита. Гимн демонизму либо Евангелие беззаветной веры». Вот там это тоже подробно очень описано. То есть видите, какие вещи. А это не считается подопатностями. Так принято. Что значит так принято? Тот же Лев Николаевич Толстой сказал, ложь не перестает быть ложью от того, что ей руководствуются миллионы людей. Она, если это ложь, так что здесь, это так принято? Так принято было, что земля блин на трех слонах, на трех китах. Потом оказалось не так. Ну и что, что сейчас принято? И то, что сейчас в концепции общественной безопасности вскрываются вот все эти язвы, обнажаются, говорится, как должно быть. Вот мы фактически переживаем, ну, нечто подобное, если проводить исторические параллели.
не все вокруг Земли крутится, а Земля крутится вокруг Солнца, так приблизительно и сейчас. Да, воспринимается сначала, ну, как в песне, сначала страшно, потом пройдет. То есть переосмысление должно быть. Дальше опасности какие? Вот то, что мы назвали хронологические опасности. Вот вам, пожалуйста, опасность этой представления истории Фоменко и Носовского. Я вам уже сказал, она что, плодит в умах людей мозговой разжиж. Вообще, так сказать, нивелируется. Мало того, что вся наша история там перевернута, изолгана. Но Фоменко и Носовский такие инверсии там вносят. А как человек определит, так это или не так? Куликовская битва, что, получается, на территории Москвы была, что ли, там, в Подмосковье ближайшей? Еще раз, тезис-то какой? Фактов у меня много. Как на эти факты смотреть? С какой позиции вы смотрите, уважаемые Фоменко и Носовский, на эти события? У вас там нет. Поэтому мы и говорим, дайте свой мировоззренческий стандарт. Вы видите управление в глобальном историческом процессе или нет? На работу, кстати, Фоменко и Носовского есть критическая работа внутреннего предиктора СССР. «Проведение неалгебры» называется. Почитайте. Но суть-то в чем? Если тот человек, который описывает исторические события, не понимает управление в глобальном историческом процессе, не знает, как осуществлялась концентрация управления общественными процессами, то он, для него все эти события – каша в голове. Поэтому один сварил одну кашу, дает ее ученикам, другой – другую кашу сварил. И все эти вместе каши, вообще там коктейль получается из каши. И, так сказать, эту кашу никто есть не хочет, она вызывает отвращение. Поэтому мы говорим о том, что все факты невозможно описать. И на исторические события надо смотреть с позиции управления ими. А управление ведется по определенной концепции. И процессы надо рассматривать, как они протекают в суперсистемах. Значит, надо дать методы и способы управления, в том числе бесструктурного, которые даются в достаточно общей теории управления. А достаточно общей теории управления нигде не преподают. Ну, официально, хотя уже наши товарищи преподают, я об этом расскажу потом в заключительной лекции, какие меры принимаются нами, в частности, для того, чтобы все это вот люди знали. Ну и, наконец, вот высший методологический приоритет, значит, он позволяет человеку осознанно соотноситься ко всему, что происходит вокруг него. И если человек этого приоритета лишен, то есть он не владеет им, им можно манипулировать. Ну вот вам все, в общем-то, эта шкала, она самое-то главное, что здесь на этой картиночке надо усвоить, что угрозы вот этого есть не только внешние, что там вот страны НАТО, ну и что они, эти НАТО, там вот патриоты пугают, вот НАТО объединяется, ну и что? И правильно Путин говорит, надо входить в это НАТО и разлагать его изнутри, то есть вписывать, подчинять своим целям. Чего его бояться? Если ты понимаешь, что концепция у тебя «соединяем и здравствуем», о чем пойдет речь, не надо этого противостояния. Поэтому все эти Ивашова там генералы, авторитеты, которые там говорят, вот тут патриоты все, НАТО у границ России. Ну и что толку-то? Силой ничего вы не сделаете. Ну и была у нас непобедимая легендарная, и были страны Варшавского договора. Были, были. Где они? Войной, что ли, нас разрушили-то? Разрушили-то на высших приоритетах обобщенных средств. Неужели это так трудно понять? Без войны взяли. Вот приоритетность, она, так сказать, позволяет понять, как это делается. И если уж так говорить, вот мы хотим их победить, то победить мы можем с более высоких приоритетов. Чем нам взяли? Пьянством, кредитно-финансовой системой, изолгали историю. Значит, мы чем можем взять? Только приподнявшись выше на мировоззренческий приоритет. И окучивать что? Их. Их. Где? На научных конференциях международных. Выходить с законом времени.
с пониманием управления глобальным историческим процессом, выступать на эти темы, говорить о религиях, их роли в управлении, вскрывать, если вот говорить, например, о Коране, там, исламский фундаментализм. А мы говорим мусульманам, а вы живете не по Корану. Как? А вот так. В Коране сказано, будь проклят иудей, пожирающий имущество людей попусту. Аллах разрешил торговлю, но запретил рост. Ростовщичеством занимаетесь? Усама бен Ладен, который авторитет, он где денежки хранит? В швейцарском банке. Да какой он мусульманин? В Коране сказано, и пусть будет среди вас община, призывающая к добру, приказывающая одобренное и удерживающая от неодобряемого. Эти счастливы. Что такое община? В переводе на французский – коммуна. То есть, оказывается, в Коране говорится о коммунизме? Ничего себе! Вот какое понимание. А вы в Чечне что делаете? Рабовладельческий строй устанавливаете? Да какие вы мусульмане тогда? Если Коран учит, что все люди свободны, а вы восстанавливаете рабовладение, не разрешал Аллах этого делать. Вот о чем надо говорить-то. И тогда снимаются проблемы. И в Библии тоже надо говорить, что в Библии от Бога, а что не от Бога. И только тогда будут сниматься эти противоречия, потому что эти противоречия созданы специально, чтобы реализовывать принцип «разделяй, стравливай, властвуй». То есть, обращаясь опять вот к этому плакатику, есть не только угрозы внешние, но и угрозы внутренние. То есть, как один классик сказал, нет ничего страшнее пасти своих дураков. То есть, вот есть... Внутри нашей страны такие дураки, которые, так сказать, ну просто диву даешься. А распознать это позволяют вот четкая стратификация, классификация угроз с позиции приоритетов обобщенных средств управления. Вот это важно понять. То есть, подводя вот этот итог, мы видим, что с помощью приоритетов, обобщенных средств управления людьми, применяя их и в современной жизни, можно оценивать происходившие ранее исторические события, чем достигалось, так сказать, те или иные битвы, там, исторические события, споры какие-то, развал государств, присоединение государств, развал империи. То есть не было такого... распалась. Да чепуха это все. Так же, как СССР не распадался, так и все те империи не распадались. Просто шел процесс концентрации управления производительными силами. И он шел по определенной концепции управления, которая позволяла подчинять себе различные страны и народы, вписывать их на выполнение тех задач, которые ставила эта глобальная мафия. Значит, теперь через виды власти... И вот приоритет обобщенных средств можно нарисовать схемку, то есть как управляется, как глобальный предиктор управлял и управляет пока еще, хотя все это выходит из повиновения уже, странами и народами. Ну вот здесь напоминание, помните вот этот кулак, концептуальная власть, идеологическая, законодательная, исполнительная и судебная. То есть вот эти пять видов власти. А здесь на картиночке представлено, вот есть государство X, в государстве есть госорганы, государственные органы управляют обществом, в результате получается какой-то результат там достигается, ну, неважно какой, важно, что абстрактно есть результат. Вот этот результат по обратной связи оценивает глобальная мафия, то есть глобальный предиктор, концептуальная власть. Значит, как она воздействует на государство? Обладая концептуальной властью, значит, она через плюрализм, идеологии, вот у нас это классический сейчас в России, воздействует на госорганы, где сумятица в умах, все между друг с другом ругаются, партии власти, оппозиционные и так далее. Ну, можно сказать о двухпартийной системе, например, США. Как вот управляет, ну, чуть попозже я расскажу. Значит, дальше,
законодательная власть, с позиции концепции, ведь изобретаются и законы. Вы уже знаете, что можно закон придумать один, а можно другой. То есть понятие закона, ну, скажем так, вот мы разрабатываем закон, ну, например, о налоге. Если в моем целеполагании надо, чтобы люди жили нормально, развивались и так далее, надо налог один принимать. А у другого его мнение, значит, что, а что это они там будут? А надо, чтобы я их все время в черном теле держал. Значит, я налог другой изобрету. Ну, это же очевидно. То есть руководствуются люди при изобретении законов своей концепцией, то есть идеалами своими. А эти идеалы формируются концепцией соответствующей. А концепция какая? Я самый умный, остальные все дураки, вообще говоря. И я буду паразитировать на их труде. Вот концепция рабовладельческого строя. То есть всего две концепции. Одна справедливая, другая несправедливая. Но несправедливые тоже делятся как бы на две. То есть есть открыто, которые говорят, типа как Чубайса там, Немцова и Хакамада, всех этих, значит, демократизаторов. Они откровенно говорят. А другие, они не хотят, чтобы народ распознал, потому что народ будет протестовать против этого. Как это так, вы говорите, что я, значит, вроде бы там нищий, бедный и так далее. Они за справедливость. А фактически они такие же, как Чубайсы, Бурбулисы и все эти хакманды. Значит, почему? Потому что они только хитро действуют. Это вот все зюгановцы там и прочие, они, значит, говорят как? Мы за справедливость, но на самом деле по умолчанию что имеется? Мы будем начальниками, вы к нам приходите, а мы вам будем говорить, вот это справедливо, это несправедливо. То есть получается скрытое рабовладение, вот только и всего. Итак, одна концепция чисто справедливая, а несправедливая либо явно, либо скрытая. Вот и все. Так вот, какая опаснее? Скрытые, правильно, потому что явные люди-то видят, негодяев. А вот которые говорят вроде бы о хорошем, а на самом деле вот это разоблачить тяжело. Вот в чем и сила этих, значит, почему они обдуривают народ, эти зюгановцы там и все эти марксисты, троцкисты. В этом и сила, потому что лозунги-то хорошие. Они взяли в 17-м году, почему? Землю крестьянам. Фабрики рабочим, ну и чего, дали они? Ничего они не дали. Как было, так и осталось в руках кучки. Только под прикрытием справедливых лозунгов сделали свое дело. Вот еще вся штука. Да, были при этом определенные поблажки и так далее, но кардинально это систему рабовладельческую не решило. Так вот, значит, законодательная власть, то есть законы изобретаются с позиции концепции. Ну, а исполнительная власть, что она исполняет, а судебная следит за порядком. Ну, и вы видите, как она следит. Сейчас у нас вообще все пошло в разнос. Почему? Потому что концептуальная власть, та, терпит крах. Вот по закону времени. Но здесь схема просто, чтобы понимали как-то. А дальше воздействие на государство по приоритетам обобщенных средств. Управление ведется структурным и бесструктурным способом. То есть через систему образования, первый приоритет, дается неверная методология. То есть, значит, в умы людей вводится плюрализм первично, вторично, там сознание и так далее. То есть кто это реализует, знание-то? Система дошкольного, школьного, высшего и академического образования. То же самое, исторические мифы. Кто их рассказывает? Учителя в школах, так ведь? В вузах. Вот получается. Получается, что вся система образования – это инструмент реализации чуждой концептуальной власти. То же самое партии все. Они сами не понимают, что работают на дядю, потому что реализуют принцип «разделяй, властвуй». В экономике тоже все эти предприниматели что-то суетятся там, значит, вывозят, привозят, и не знают, что они обречены. То есть, видите, дуристика какая. Система здравоохранения, как только между доктором и больным встали деньги, все, никакого здравоохранения быть уже не может. Все это обречено. Более того, разнесение человека на части. Смотрите, у нас врач по глазам, врач по ушам,
врачи по сердцам, врачи там по почкам. То есть каждый врач отвечает за какую-то часть человека. А человек-то он весь целиком. А у нас врачи вот все специализируются по этим самым. То есть к лечению человека, вообще говоря, и к сохранению его здоровья надо подходить с целостных позиций. Вот вам принцип «разделяй, властвуй». А в пределе на что надо выйти? Человек, он материален, он обладает информационным состоянием, и у человека есть мера. Все болезни от разрушения меры, то есть когда человек не в ладу с Богом живет, это нарушение его общей меры. Значит, это приводит к материализации, к язвам там и к другим болячкам. Значит, вся система здравоохранения должна быть, ну, совершенно другой. И, конечно, болезни надо лечить, там речи нет, но вообще говоря, основные усилия надо направить на то, чтобы человек вообще не болел. А это требует соответствующего воспитания, образования, начиная с детских лет, культуры питания, культуры поведения, там, и пошло-поехало. То есть мы живем вообще вот в королевстве кривых зеркал, понимаете? Ну и в крайнем уж случае, вот это шестой приоритет оружия, когда что-то там надо быстренько решить, там взять кого-то, какого-то руководителя, который там начал что-то сделать не то, высадить, значит, десант, уничтожить, там снять, переворот какой-нибудь, революцию и так далее. Вот сила оружия. Вот вам приоритет обобщенных средств. И получается, что вроде бы мы выбираем президентов, там еще что-то, а на самом деле ничего это не решает. Все это вписано в чуждую концептуальную власть. Поэтому ничего мы в стране в нашей не сделаем, если, значит, не изменим одну концепцию, вот эту неправедную, на праведную концепцию, концепцию общественной безопасности. И этому способствует, значит, та ситуация в информационном состоянии общества, которая сейчас есть на нашей планете. Вот перед вами следующая схема управления, которая раскрывает некоторые нюансы. Итак, есть глобальный предиктор, то есть это мафия, которая управляет на базе концепции. Есть государство X, вот, госорганы, общество, и через концептуальную власть, идеологическую, законодательную, исполнительную, осуществляется управление, то, что мы рассмотрели. А управление какое? Вот на этой картиночке видно. То есть управление неустойчивое. То есть вот нормального человека это сложно понять. Нормальный человек хочет стабильности, чтобы все было хорошо, нормально. Но такая стабильность вот этим управленцам, глобализаторам, она им не нужна. У них надо, чтобы все время был кач. Война, мир, хорошо, плохо. Вот так осуществляется принцип «разделяй и властвуй». То есть по обстановке в стране он тоже делается. Вот хорошо, плохо. Поэтому вы видите, значит, то туда, то сюда, то туда, то сюда. И не важно, чтобы укрепились органы госвласти. Почему? Потому что тогда они могут проводить самостоятельную политику. Мы уже рассматривали соотношение глобальной политики внутренней и внешней. На примере, помните, пирамидок, когда вот эти проводят глобальную политику, а элита стран и народов проводит внутреннюю и внешнюю. И чтобы они не вышли на понимание глобальной политики, значит, было принято решение, в том числе, расчленить СССР и Россию. СССР расчленен, и пытаются они расчленить Россию, но такая же точно ситуация действует в отношении Соединенных Штатов. И в отношении Соединенных Штатов, вот как эта мафия, руководители транснациональных банков, корпораций, осуществляет управление Соединенными Штатами, а там действует двухпартийная система, республиканцы и демократы. Ну и там еще есть всякие пугала типа Росса Перо и так далее. Значит, как осуществляется управление? Мы же вот, представьте, мы мафия, есть много государств. Мы же не можем там напрямую делай то, делай все, там есть органы власти, народ, что-то. Надо же изобразить вид, что они сами чего-то стоят. Как это делается? Это делается разделением народохозяйственного комплекса страны на две части. Первая часть – это сырьедобывающий комплекс. Вот люди же живут, они производят продукты, торгуют между собой. И в принципе все отрасли можно свести к двум.
первые отрасли – это сырьедобывающие, и вторые отрасли народного хозяйства – обрабатывающие, которые производят там авторучки, продукты, еще какие-то там кофемолки, телевизоры и так далее. Сырьедобывающие отрасли, у них самобытность, что в переводе на иностранный язык менталитет, какая? Надо, чтобы устойчиво качалка нефть качает, и хорошо. То есть мне не надо, чтобы что-то менялось. А в обрабатывающих отраслях требуется быстрая смена технологий, чтобы ну, реализовывать свою продукцию, надо быстро реагировать на изменение спроса, ну то есть, так скажем, то, что мы уже рассматривали на примере моды. То есть, чтобы сбыть продукт, надо все время что-то предлагать новое. Поэтому менталитет, самобытность вот, людей, задействованных в обрабатывающей отрасли, он более динамичен. Как управлять, как стравливать этих людей друг с другом? А разница интересов. Поэтому разницу интересов выражают партии. Поэтому в Соединенных Штатах интересы сырьедобывающих отраслей выражает партия республиканская, а интересы обрабатывающих отраслей выражает партия демократов. Название партии не имеет никакого значения. Вот это, что важно понять. То есть называйте хоть как хотите там. А суть это, значит, а дальше делается кач какой? Когда, да, выборные процедуры, чем они хороши для вот этой концептуальной власти? Им не нужна устойчивость. Пришел к руководству страной человек там, или группа людей, да? Она, вот ей отвели срок 4 года. Почему 4? Потому что потом они начнут уже кое-что соображать. То есть как это управляется, даже если ничего не понимают. Как типа этого Шварценеггера поставили, что он там понимает в управлении? Ничего он там не понимает. Значит, поэтому ставят людей, потом проходит период времени, только они набрались какого-то опыта, с ними что надо делать? Убрать и новых, которые тоже ничего не понимают. Для этого служат выборные процедуры. А народу внушают, надо, чтобы вот сменяемость власти была. А зачем? Если все нормально, управленцы ведь, так скажем, сапожник, он год от года становится все лучшим сапожником, значит, он квалификацию приобретает, а управленческий труд, он тоже же год от года приобретает управление. Значит, поэтому выборные процедуры этому способствуют, то есть убирают одного, значит, приводят другого. А дальше что важно? Значит, поскольку сырьевикам важно застабилизировать ситуацию, когда надо ее застабилизировать, к власти приводят республиканцев, то есть представителей сырьедобывающего комплекса. Когда надо что-то быстро сделать, какие-то реформы переобразовать и так далее, значит, приводят кого? Демократов, типа Клинтона, так сказать, все. Управляют ими бесструктурно. Значит, как управляют, например, резидентами, вот Клинтоном? Ну, вся страна, вернее, все человечество знает, что он превратил овальный кабинет в оральный с Моникой Левинской. Значит, поэтому, зная эти его слабости, то есть на него есть досье, его дернут за одно место, и Клинтон бомбит Белград. Вот, так сказать, метод бесструктурного управления. Значит, ежели не будешь, значит, мы что-то там огласим. То есть откровенный шантаж. Этими людьми управляют. Бесструктурно, им намякивают, то есть не так вот там, иди, делай то-то, но подталкивают, как Бушем управляли. Ведь Буш, помните, как увиливал от войны в Ираке? Он понимал, что если туда войдет, он же не совсем, был дебил, Клинтон там дебил, но Буш-то не совсем уж дебил. То есть что-то он соображает, представьте, втянуть в войну с исламским миром. А глобализаторам это надо. Они вот организовали пикирование Боингов на небоскребы Нью-Йорка. А что? Дальше в народе эти бездумные журналисты разжигают ажиотаж. И руководитель страны должен ориентироваться на народные массы. А к выборам как прийти, чтобы тебя выбрали? Надо им говорить, вот в Штаты в этом смысле классический вариант, значит, долго, который устойчиво работал этой демократии, выходит один и говорит: лохи,
я вам зарплату повышу, и лохи, выберем этого. Прошло 4 года, другому надо выбираться. Он говорит, лохи, бараны, я вам пенсию увеличу. Бараны тоже курным идут, ведь курным-то никто не хочет идти, надо же чем-то привлечь внимание, значит, вот обещаниями. И сейчас в Штатах, вот благодаря этой системе, она же ложная, она вскрылась, в чем ее вскрылась порочность? Вот эти обещания народу все лучше и лучше привели к тому, что там безработные, которые из нашей страны уехали в Соединенные Штаты, и живут там на пособие по безработице, на велфере, они живут лучше, нежели бы они работали. А теперь вопрос, а нам нужны неработающие рабы? Не нужны. Кроме этого, в Штатах живет 5% населения планеты Земля, и эти 5% потребляют практически 50% энергоресурсов, добываемых всем человечеством. Если остальные будут жить по американскому образцу, Земля будет обгложена в считанные годы. Мы мафия, которая правит этим. Это нам нужно? Не нужно. Поэтому, раз мы слепили этот образец, я тебя породил, я тебя убью. Помните? Классика. Значит, Бульбу, значит, который... Поворотись-ка, сынку, помогли тебе твои ляхи. То есть вот то же самое. Сейчас поэтому штаты подлежат уничтожению. Но управление вот этими процессами осуществлялось, я вам рассказал, двухпартийная система. То одного, то другого. А теперь давайте, а что в нашей стране они пытаются сделать? Руками этих же наших безмозглых правителей. А ту же самую речь идет о двухпартийной системе. И сейчас из «Единой России» пытаются создать двухпартийную систему. Кремлевские политтехнологи умные. Они не понимают, что они выполняют задачу мирового закулисья. Чтобы править страной, надо вот этот коромысло, кач делать туда-сюда. Название, я еще раз говорю, не имеет никакого значения. Поэтому... Выразителем интереса сырьедобывающего комплекса в нашей стране кто является? Партия власти. То есть до этого был Черномырдин Виктор Степанович со своим этим, значит, наш дом «Газпром», помните, домик показывал, крыша поехала у него. Вот. А выразителями обрабатывающего комплекса кто является? Правильно, Геннадий Андреевич Зюганов с КПРФниками. То есть там красные директора завода по производству всяких, значит, аппаратов, там, ракет, еще что-то, то есть обрабатывающий комплекс. Вот пытаются тоже слепить, а название не имеет никакого значения. Этим, собственно, и объясняется долгое существование КПРФ. Никаких там идеалов, заботы о людях там нет. Там партсовноменклатура, которая ничего не понимает в глобальной политике. Ну, а чтобы бараны подходили к урнам, должен быть пугало. Какое пугало? Значит, ведь никто же не хочет на эту дуристику там обращать внимание. Люди на даче хотят ехать. Поэтому типа Росоперо пугало фашизмом там или еще чего-то. Или завлекаловка, типа у нас этим пугалом является Жириновский, который, значит, привлекает. Почему его тоже разрешают? Ведь все же нормальные, грамотные люди понимают, что паяц, просто паяц. Никакой партии там нет, ни логики, ничего. Артист хороший, грамотный, эрудированный. Значит, говорит красиво, увлечь может, там, запугать, еще чего-то, с умным видом или наоборот насмешить, чтобы привлекать к этим политическим процедурам. Вот вам система эта маятниковая, сейчас ее пытаются слепить. Не получается, почему? По закону времени. Почему не получается? Что такое партия «Единая Россия»? Это head and shoulders, три в одном, то есть... Как Россию дербанили на кланы, один клан – семья Ельцина, другой клан – региональный клан, и третий клан – семья Лужкова. Каждый клан имеет свои интересы. И пока шло раздербанивание этих кланов, значит, границы, то есть грабить можно было много. Но процесс концентрации управления производительными силами, он объективен. И как веревочка не весь, и конец-то придет, поэтому все, что можно разграбить, разграбили. И границы грабежа соприкоснулись, а дальше что? Конкуренция называется. То есть, поэтому рука Москвы, рука Лужкова распространяется на регионы и подминает все региональные кланы. Региональные кланы
в лице там предпринимателей местных скулят, воют, ничего не понимают, что там происходит, в чем причина, почему нас подминают, что московские приезжают, а не получится застабилизировать ситуацию. Поэтому они пытаются вот застабилизировать через органы власти, значит, чтобы, ну, как, чтобы привелась эта демократия, как они ее там называют, или без разницы, как называть этот беспредел, который творят с нашей Родиной. Она не привьется. Почему? По закону времени. Потому что если там, на Западе, этот капитализм складывался столетиями, и народ, ну, привыкал к тому, что там, значит, постепенно богатели, то у нас-то бах, и враз стали миллиардерами. Морган тот копил свое состояние столетиями, а у нас в один час там эти Абрамовичи, Ходорковские и прочие мальчики, которым доверили хранить деньги, это не они, это порцов номенклатуры им доверила. Но она тоже не понимала, куда она вляпалась. Вот в чем вся ситуация. И никто никакой демократии у нас и не собирался делать капитализма. Почему? Потому что американский образ жизни, это я же вам сказал, он не нужен. Он себя изжил. И все эти демократизаторские процедуры, это дуристика, которая заставляет, ну, позволяет людям повышать благосостояние. А повышать-то уже нечего. Поэтому глобальная мафия приняла решение перейти на жесткий фашистский режим. Поэтому нам сейчас, вот в этом периоде, делается прививка. Для чего? Чтобы народ возненавидел вот все это, то, что происходит, руками народа. Этих Березовских, там, Абрамовичей, Лужковых, всех, значит, Ельциных и прочих, значит, поднять на вилы и установить жесткий фашистский режим. Чтобы народ с радостью воспринял это дело. Вот какая ситуация-то. Это же понимать надо, это есть глобальная политика. А ни те, ни другие не понимают. Им кажется, что тут это самое. Крутые они очень, умные, понимают все. Нет. Поэтому вот эта двухпартийная система, вот что я вам хотел, так сказать, рассказать. Но в этом смысле нет худа без добра. И вот нижняя картиночка, она что иллюстрирует? Как идет отстройка России от этой глобальной мафии. Они сами того тоже не понимают. Почему? Потому что потеряли контроль. Они перестали быть предиктором. Надо вообще переименовать глобального предиктора, ну, в кого там? В глобального наблюдателя, что ли, или там? Глобальный дегенерализатор какой-нибудь, вот так. Ну, подумаем. Значит, смотрите, что было. Вот правили страной нашей, значит, через идеологию, какую ложную, марксизм, был Верховный Совет, значит, вот, и правительство, которое реализовывало планы мирового закулисья. В 91-м взяли, а эта схема вот висела на парламентских слушаниях, между прочим, то, что я вам сейчас показываю. Значит, когда ввели многопартийность, отказались от власти КПСС, значит, и сказали, ни одна идеология не может быть господствующей. То есть у нас в России идеологической власти вообще никакой не стало. Плюрализм. Вот сейчас ее пытаются там слепить. Задачу Ельцин ставил — выработка государственной идеологии. Помните, Саттаров разрабатывать ее должен был, он ему поручил. Мы Саттарову сразу бах, нашу концепцию вручили, Саттаров быстро написал заявление по собственному желанию и ушел из Кремля. Это я вам серьезно говорю, то есть это все можно подтвердить данными хронологическими и так далее. То есть это откровенный агент мирового закулисья. Дальше расстрел Верховного Совета. То же самое, тот парламент, значит, который был, значит, его тоже ликвидировали и сделали вот этот орган, который марионеточный. Его пытаются сейчас там сделать двухпартийным, там еще что-то. Что такое партии власти? Это слили, я говорю, три в одном. Один клан Ельцина там, партия «Единая Россия» во главе Шойгу была. И единство, вернее. Отечество – это Лужков, и вся Россия – Шаймиев. А интересы-то разные у них там. Поэтому сейчас Грызлов пытается эту мафию, значит, Путин поставил задачу, чтобы они там превратить в машину голосования, а эти депутаты поняли, они-то шли туда для чего? Чтобы
реализовывать планы, лоббировать. А им говорят, нет, ребята, мы вас сюда послали руки поднимать. И они забунтовались, почитайте газеты, там говорится, что все это распадается, никакого единства нет, они пытаются создать свои фракции, а Кремль пытается создать двухпартийную систему. Вот что я вам перед этим рассказал. Но мы говорим, ничего не получится, и объясняем почему. И фактически сейчас вот то, что идет разрушение правительства, смотрите, правительство Фродкова-то, ну и чего оно? Они там, значит, басня Крылова, вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Почему? Потому что в соответствии с полной функцией управления, изменение структуры, это всего лишь 1/7 часть полной функции управления. И вот они все эти годы фактически что, работают на разрушение правительства. Сами того не понимая. То есть переименовывают министерства, функции там, дают какие-то кабинеты, агентства, комиссии. Сейчас там сведение к минимуму, сведение к максимуму. И сейчас вообще правительство недееспособно, вообще правления нет. То есть получается, вы видите, что Россия переводится на режим самоуправления. Народ смотрит на весь этот бардак в Кремле, вот отсюда из Тюмени, и говорит, пошли вы все куда подальше, мы будем жить сами по себе. Вот и все, то есть потеря управления, то есть переход на концепцию самоуправления. И сейчас вот только народу надо все это вот дело рассказать, как режим самоуправления осуществлять, каковы идеалы, принципы, и все, и конец этой глобальной мафии. Вот как это сделать, значит, об этом мы говорим. Ну а пока подведем итог вот промежуточный, то есть что получилось на этой картинке? Значит, запускают специально ложные цели. И это делается так, значит, вместе с ракетой, с нужной целью запускаются такие металлизированные шары с металлизированной оболочкой. И ракета, локатор, когда шарит по небу, он воспринимает эти воздушные шарики, как будто это металлические болванки летят с ядерным зарядом. И поэтому антиракета, чтобы вместо того, чтобы сбить эту нужную ракету, она отклоняется на эти ложные цели, так называемые. Вот здесь на картиночке это изображено. То есть ракета взлетела, ей надо сбить нужную цель, а она отклонилась, идет к ложной цели, бах-трах, пшик, и взбила она не то, что надо. Так и здесь, вот если перенести на ситуацию с нашей планетой, вот летит наша Земля, значит, на ней люди, суперсистема. Куда мы все должны лететь, вот как эта ракета? Мы должны лететь, ну, по замыслу Бога, к нужной цели, цель, которую выставило иерархически высшее управление по отношению к нам. Что сделала глобальная мафия? Она выставила ложную цель, вот мыльный пузырь, что надо вот, значит, Бог терпел и нам велел, еще чего-то. Вот все те ложные идеалы, разделяй, стравливай, властвуй, ЧЧВ, человек человеку, друг, товарищ и брат, то есть волк имеется в виду. Значит, и вот этот принцип разделяй, властвуй, значит, они реализовывали через концентрацию управления производительными силами человечества. И привели человечество вот к тупику. Полный глобальный системный кризис во всем. И речь идет о чем? Вот вам период библейской цивилизации. Вот. То есть вся история человечества, это увод человечества с нужного пути развития, освоения генетически обусловленного потенциала, как каждым человеком, так и суперсистемой в целом. Но поскольку вектор цели неправильный, ложный, он не соответствует объемлющему управлению, вспоминайте все, что мы с вами учили-то на этих лекциях. Вот и мы пришли к тупику. Значит, какой выход? А надо привести вектор целей нашего развития с вектором целей иерархически высшего объемлющего управления. Ну вот графически здесь изображено, что надо выводить человечество на нужный курс к богодержавию. То есть жить так, как задумал по отношению к человечеству, поставил задачи Бог. Вот и все вообще говоря. Значит, как вот эти процессы концентрации управления производительными силами осуществляются? Они осуществляются двумя способами. Первый способ
это вот то, что глобальная мафия делает. Это способ разрушения. И второй способ – это метод упреждающего вписывания. Метод разрушения какой? А очень просто, то есть как они подчиняют себе страны и народы? Мы с вами разобрали вот 6 приоритетов обобщенных средств. То есть они разрушают инфраструктуру, стравливают народы друг с другом, разрушают там идеологии, значит, извращают историю, разрушают систему образования, и под воздействием вот своим разрушающим они подчиняют себе, значит, ну, ту территорию, ту часть суперсистемы, подчиняют, выставляют ей свои цели, и она работает на них. С этой точки зрения, что по отношению к СССР-то делается? А делается, как раз применяется метод разрушающего, чтобы подчинить нашу вот СССР Россию, а Сталин противостоял этой системе. Кстати, вот почему можно сейчас подсказать, вернуться опять к Сталину, ведь у Сталина, почему Сталин не оставил наследников, и почему устойчивости не было? И вообще говорить вот об этих двух концепциях. Мы уже говорили с вами на одной из лекций, я помню, рассказывал, что у Сталина концепция была в образах. То есть он представлял, как это сделать, а терминологического аппарата у него не было. И он был вынужден пользоваться аппаратом терминологическим марксизма. А этот терминологический аппарат не соответствует тому, что есть на самом деле. И вообще, если продлить вот этот тезис, который сказан о Сталине, о двух концепциях, то две концепции жизнеустройства, они всегда присутствовали в жизни людей. На всем протяжении истории человечества. То есть не надо думать, что вот, значит, здесь в России собрались и разработали концепцию. Нет, эта концепция всегда существовала. И их было всегда две. Первая, одна вот сатанинская, о которой мы говорили, библейская, и ее терминологически оформили через Библию. И стержнем там, я цитировал вам, значит, господство одних людей над другими. Облачили концепцию, когда одни господствуют над другими, в приемлемые формы и реализовывали. А наша вот добронравная божеская концепция, она тоже всегда была. Почему? Потому что люди всегда стремились, нормальные люди, жить в ладу между собой, с Богом, с природой, с соседями, простой народ, не элита. Поэтому в простом народе вот эта концепция выражалась в чем? В сказках, в легендах, в былинах, в песнях, в пословицах, в поговорках, то есть в культуре народа она была. Но она не была высказана в строгих лексических формах. То есть она была рассыпана бисером в эпосе народном. Всегда сказки, помните, борьба со злом, значит, справедливость, несправедливость, песни наши русские какие. Да это и в других народах то же самое. Прибаутки всякие, пословицы и поговорки. И заслуга вот авторов концепции общественной безопасности «Мертвая вода» в чем? Что все, что было выражено вот в народном эпосе, изложено современным понятийным терминологическим аппаратом. В первую очередь, достаточно общей теории управления. Вот и все. То есть никаких открытий, как вы видите, тут нет. И когда вот сталкиваемся с людьми, они говорят, да и мы так тоже думали. А почему они так тоже думали? Да потому что они жили и живут по этой концепции. И еще раз я говорю, вот эти две концепции, они всегда были. То есть не надо думать, что вот сейчас произошло некое изобретение. Нет, произошло сейчас что? Формализация этой концепции. Если древнеегипетское жречество формализовало ее 3500 лет назад, то теперь в России впервые в истории человечества формализована нравственные концепции жизни людей в современном понятийном аппарате языковом, вот и все лингвистическом. Поэтому я для чего вот сейчас на этом остановился?
торжество той концепции разрушительное, а ее принцип основной – разделяй, стравливай, властвуй. Как подчинять себе? Одному шепнул одно, другому другого, поссорил. Они ссорятся, этот радуется. Война, мир, бедный, богатый. Везде принцип разделяй, властвуй. Но он сейчас стал работать против самих же разрушителей. То есть пока шла глобализация, она работала. То есть пока было кого грабить, они грабили соседние дачные участки. Но когда все участки стали их, а кого грабить? Самих себя? А принцип-то оставил какой? Значит, принцип на ограблении. Вот у них ничего и не получается. Поэтому принцип разрушения, значит, который они использовали, он перестал работать, и он стал работать против них. И по отношению сейчас вот к директиве 20/1 от 18 августа 1948 года, и по отношению к Гарвардскому проекту расчленения СССР для захвата его ресурсов, действует тот же разрушительный принцип. Как они его готовили и как его они реализуют? Смотрите, система образования разрушается через реформы. Кто это делает? Это делают наши же люди. То есть им внушили, вот надо реформирование, еще чего-то, и вот они там этой дуристикой занимаются. То же самое разрушается система здравоохранения, через кредитно-финансовую систему разрушается народное хозяйство страны, село разрушается. И они уже и рады бы остановить этот процесс, а, как говорил один великий, процесс уже пошел, то есть пошел. И они говорят, вы чего, вот демократам, они же говорят этим Чубайсам, там, Бурбулисам, и говорят, мы же не хотели, чтобы до такой степени вы все разрушили. Они говорят, а мы не можем ничего сделать больше. Они говорят, тогда, ребята, уходите, мы новых поставим. Вот приблизительно ситуация. То есть принцип разрушения, концентрация управления. А какой принцип наш, нашей концепции? А наш принцип упреждающего вписывания, то есть подчинение своим интересам без разрушения. То есть реализация нашей концепции как пойдет? Вот давайте посмотрим. Это называется, вначале было принцип перехвата управления. Значит, они своим разрушительным воздействием делали как? Вот есть объект управления, есть субъект управления. Значит, это вот народ, государство там и так далее. А это органы управления страной. Как они делали? Они на органы управления, там, Горбачеву, значит, говорили, войдешь в историю, там, значит, министрам говорили, что вы тихоритесь. Давайте, вернее, не министрам этим, в ЦК КПСС, легализуйте ваши все богатства торгашам, которые в чулки складывали и так далее. Народу говорили, как BBC, «Голос Америки» и прочие вещи. Вы же что, у вас штанов с наклейками нет, жевательной резинки не хватает. Будете жить как на Западе. То есть и народ клевал на все эти, значит, завлекаловки. То есть они окучивали нас как? Информационно. И вывели на что? Вся страна стала работать на них. Но их цели были разрушительные. То есть принцип информационного воздействия носил разрушительный характер. А мы говорим что? Мы говорим, хорошо, ребята, если вы могли такое сделать со страной, то почему мы, владея такой информацией, владея методами, способами, значит, почему мы не можем реализовать свои нравственные идеалы? И вот мы что делаем? Вот мы говорим, ага, мы воздействуем на людей, рассказываем, как, что должно быть, раскрываем, как нас лохотронят, мы воздействуем на органы власти, начиная от президента, депутатов Госдумы, там на всех уровнях, значит, и так далее. Раскрываем, что они всего лишь инструмент. Мы комментируем документы государства, критикуем их. Мы оцениваем ситуацию, вот обратная связь, видите, идет. Значит, раскрываем, куда страна идет. И своим информационным воздействием мы выдвигаем, самое главное, надо понять, что ориентируем элементики суперсистемы на свой вектор целей. Вы же помните, управление это что? Вектор цели, вектор текущего состояния, вектор ошибки. Если в векторе цели у тебя на первом месте там, значит, одна ситуация, как у них, вернее, одна цель,
а мы-то выдвигаем другие цели. Вот и все. То есть, если у них принцип и в векторе цели заложен, каждый за себя, крутиться надо, поймаешь, то есть, то мы-то говорим, ты крутись, не крутись, то есть мы развеиваем иллюзии и говорим, что кредитование должно быть на беспроцентной основе, ну и так далее. То есть вот понятен принцип. То есть мы выдвигаем свой вектор целей, как мы считаем нужным. И люди, даже те вот журналисты, которые не понимают происходящего, они начинают работать на наш вектор целей. Как? Объясняю. Вот представляете, вы журналист, и вы что-то там говорите, пишете, и вдруг появляется такой журналист, который что-то пишет круче вас. Какие-то термины новые вводят. И ваши публикации уже ну, неинтересны. Вы думаете, что же делать, мне надо чем-то блеснуть? И тут попадает вот такая информация, и он говорит, о, я про это напишу, и пишет. То есть он распространяет нашу информацию, а что? Раз он распространяет нашу информацию, он работает на нас, на достижение выставленных нами целей. То же самое касается всех партий. Вот партии, они же там отстаивают какие-то идеалы, видят, народ их не понимает. Они думают, что делать, с чем бы выйти, ведь им нечего сказать людям. Вот всем партиям нечего сказать людям. А теперь посмотрите нашу программу и почитайте то, что мы предлагаем. Поэтому они волей-неволей, они начинают говорить то, что мы предлагаем. И многие удивляются. Говорят, Саим Павлович, а что это по телевизору говорят то, что вы вот говорите? А мы говорим, да и ради Бога, пусть говорят. Вот в чем заключается система перехвата управления. И в этом смысле, вот нашим активистам, сторонникам концепции общественной безопасности, мы говорим, что? Тезис какой? А не надо ждать никаких, вот у нас народ считает так, чтобы изменить ситуацию, надо что-то брать и куда-то что-то бежать, кого-то там ударять по голове, в кого-то стрелять, чтобы чего-то изменить. А мы говорим, да не надо этого ничего, уже сейчас вы можете работать на нашу концепцию, на нравственную концепцию, общую нашу. Как? А вот нижняя картиночка. Вы, например, учитель в школе. Обыкновенный учитель в школе. Вы даете какие-то предметы, рассказываете. Вы познакомились с этой концепцией. И вы начинаете вот в школе рассказывать это детям. Вот. А это у нас примеры уже есть такие. И много примеров по стране. Что вы делаете? Вы перехватываете управление. То есть детям, рассказав о триединстве, о приоритетах обобщенных средств, об алкоголе не потому, что его нельзя пить, вот потому что там у тебя это сам пьяный будешь и можешь захлебнуться собственной блевотиной, значит, а потому что это инструмент управления. Девочкам рассказать, как влияет на рождение ребенка, значит, множество половых сношений до замужества, ну то есть то, что вот у нас есть. Вы что делаете? Вы перехватываете управление с этой сатанинской концепцией. Они уже не будут с этими пивными банками бегать, когда они поймут всю глубину. И если это с детских лет делать, кто мешает? Никто не мешает. Более того, вы можете это говорить своему директору школы. И у нас это уже сплошь и рядом. То есть перехват снизу идет. И не надо ждать никаких указаний. Вот если для примера, вот партийную организацию нашу в Челябинске, в области, возглавляет Шипицын Анатолий Георгиевич, доктор технических наук, профессор, он там занимается серьезной научной деятельностью, он заведующий кафедрой систем управления, он все это читает своим студентам. У нас даже есть разрешение из Министерства образования о том, что в качестве курсов авторских программ можно все это давать. А ведь давайте скажем так, вот вы слушали все эти предыдущие лекции там, или как их назвать, знакомства. Какая там политика там были? О философии, о психологии, значит, о теории управления, о экономике. Кто мешает все это вам рассказывать? Даже в качестве, так скажем, есть и такое мнение. Вариативное образование, то есть все положено. Можно и это излагать. Все, то есть вы уже перехватываете. Или вы, например, ну вот я рассказал про школу. Возьмите цех, у нас и эти примеры
есть, или завод какой-то. Обыкновенный рабочий. Он начальнику цеха рассказывает, или директору даже завода, что происходит, как рабочим рассказывает. Кто мешает? Никто не мешает. И уже снизу вот этот перехват и идет. Значит, мы воздействуем и на правительство, и на президента, и на Думу, уверяю вас. Но вы поймите, речь идет о чем? Они же элита. Им-то, ведь они же все вляпались. Вот представляете, вы, например, губернатор. У вас есть сомнение, что у нас в стране есть хоть один губернатор, который чист, как детская слеза? Да нет, конечно. Они все хапнули. И хапнув, попались на кукан Гарвардского проекта. Два пути, либо нары, либо канары. На нары никто не хочет. Значит, а дальше они встают перед нравственным выбором. Что же делать? Вот я это все узнал. Почему они замалчивают? Опровергнуть нечего. А признать правоту, значит, поставить себя перед нравственным выбором. А кем я там буду? Буду ли я начальником? Вот ведь какой блок. То же самое касается ученых, которые, так сказать, вот представьте, вы ученый, вы эту экономическую ахинею, значит, преподавали в вузах там не один год. Вы получили степень ученую, профессорское звание, там вот как это Глазьев там или остальные все эти. И чего, вам теперь надо выйти и сказать, все это вообще дуристика, то есть все не так. Тоже нравственный выбор. А нам многие говорят, а кто вас поддерживает? Да как они могут, вся эта элита, поддерживать, если они все вляпались? Поэтому дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть народ, и мы в первую очередь обращаемся вот к молодежи, за вами будущее страны. Вот надо. Это не значит, что и в элите есть нормальные люди, и их мы же не против. Речь-то идет о чем? Тому же Зюганову, вот, например. Вы видели мою беседу с ним по телевидению, которая была по Третьему каналу во время дебатов. Ведь ему было сказано, что, Геннадий Андреевич, единственная партия в нашей стране – это ваша. Потому что все остальные – это не партии, это группки людей с мешками денег. Убери деньги, и всех этих партий не будет. У вас хоть какая-никакая, но хоть какая-то идеология есть. Значит, но эта идеология ложная, неверная, она требует пересмотра. Поэтому ему еще в 93-м году было сказано, значит, пересмотреть. Я лично предлагал с тем, чтобы, ну, хотя бы в масштабах партии КПРФ сделать некий, ну, там, отдел по рассмотрению перспективных идеологий развития партии. Кто мешает? Ведь никто не мешал. Нет. Почему? Потому что он долгие годы на этом вырос, был секретарем и так далее. И вообще говоря, для нормального человека речь о чем? Нравственный выбор. Надо снять шапку и сказать, дорогие братья и сестры, ошибался я малость, неправильно у нас тут ошибка с марксизмом вышла. Давайте пересмотрим. Ну что это, разве страшно? Ну, по-моему, ничего тут страшного нет. Человек имеет право там сказать, я вот из своей жизни, я вот когда там допускал какие-то ошибки, я выходил перед офицерами и говорил, товарищи офицеры, я был неправ. Ну и чего в этом страшного? Ну это же вопрос, это вопрос нравственности человека. Казалось бы, ничего тут страшного нет, но это определяется нравственностью вот этого человека. Поэтому он стоит на этих догматах. Он привел к партию единственную, к развалу. Сейчас вы в КПРФ видите, что его идут на перехват этой партии. Кто? Олигархи там, потому что они видят эту силу. Потому что в современном обществе приход к власти обеспечивается, должен через партийные структуры. Вот ведь какая штука. Поэтому, подводя итог вот этому перехвату управления, мы тоже отвлекаемся, но я думаю, это полезно, чтобы некое было целостное понимание. То есть речь идет о чем? Схематично, зная достаточно общую теорию управления. Объект, субъект управления, управляющее воздействие, результат, обратная связь. Значит, как перехватить управление? Надо информационно воздействовать на объект, на субъект, комментировать документы, обратную связь замкнуть на себя, естественно, чтобы понимать происходящее. И
через информационное воздействие выставить свой вектор целей, чтобы люди на него работали, сами, может быть, того не понимая. И этот процесс уже идет. А осознанное понимание еще лучше. И вот этот процесс, вот он происходит. И наши партийные структуры, и все сторонники концепции общественной безопасности, они вот это и реализуют. Бесструктурным способом. То есть структур специальных нет, а работает сама информация. Нас-то как учили, страну взяли. Вот так. Поэтому, если говорить о событиях в нашей стране, которые сейчас происходят, в концепции общественной безопасности они описываются по отношению к элите, осуществляется короткий оверштаг. Значит, вообще он называется коровий оверштаг. Это знаете, когда корова за своим хвостом идет по полю, то у нее получается вот нечто подобное. Вот она идет в одну сторону, идет, а потом поворачивает совершенно в другую. Ну и в морском флоте, в парусном, этот вот маневр, когда кораблю надо повернуть направо, но когда команда не слаженная, это маневр опасный, там парусник может перевернуться, и тогда командир принимает решение делать вот этот коровий оверштаг. То есть корабль поворачивает, идет налево, 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 и потом оказывается на нужном курсе. Вот. Это схематический образ. Еще точнее, то есть вот этот участок, он получается как бы ненужным. Вот корабль должен идти сюда, а это вот как бы ненужное, обрезается, то есть не нужно все это. Ну вот поэтический образ у Пушкина, обратите внимание, в египетских ночах. Образ какой? Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертную секирой голова счастливцев отпадет. Это те, кто с Клеопатрой хотели переспать, значит, вот так и наша элита, то есть захотела переспать, значит, а голова-то ее уже счастливцев отпадает, короткий оверштаг. Значит, и сейчас вот этот короткий оверштаг в России делается, он определяется достаточно общей теорией управления, это маневр, который возвращает неустойчивую систему в устойчивый балансировочный режим. Короткий оверштаг – это одно из мероприятий вот, чуждой концептуальной власти. Значит, самый такой древний маневр вот, из истории, известной нам, это то, что было сделано через Юлиана Отступника, когда надо было установить христианство на Руси, вернее, в мире. Значит, элита сопротивлялась, поэтому Юлиан Отступник довел эту ситуацию до абсурда, и потом, значит, элита пошла за ним, возвращались к языческим ценностям и так далее, а потом был осуществлен жесткое обрезание, Юлиана Отступника уничтожили, когда он сжег корабли там в войне с персами, значит, и был введен жесткий христианский режим. Потому что элита тогда, Рим загнивал, значит, в управлении надо было восстановить жесткое, и использовалось вот это христианство. Поэтому этот вариант глобального предиктора, вот короткий оверштаг, он вообще через всю историю человечества проходит. То есть элита, она не понимает происходящее, ее увлекают, и потом ее обрезают, а на ее место ставят новую. Так вот, с этих позиций общий ход России в 20 веке был какой? Значит, вот временная шкала, значит, и вокруг этого происходил некий балансировочный режим. То есть народное хозяйство, общество было в некотором балансировочном режиме. Ну и здесь вот видно, что в 17 году произошла потеря управления страной, и общество пошло влево, то есть в разнос. А мы уже с вами договорились, лево – это левое дело, лукавое, неустойчивое, правое дело – это хорошее, нужное дело. Поэтому система уходила в разнос, надо было ее восстанавливать, и вот усилиями Иосифа Виссарионовича Сталина и так далее система была восстановлена, прошла через войну, значит, был... После здесь вот в 1953-м был скрытый государственный переворот,
И после этого с оттепели Хрущева система наша пошла влево, влево, влево. Кончилось это временами застоя при Брежневе, когда значит, рабы плохо работали в шахтах, в рудниках, планы не выполнялись, на Запад меньше количество текло газа, нефти. И вот глобальная мафия, ну, то есть надо было систему возвращать в балансировочный режим, в устойчивый. А элита увлеклась. Вот по отношению к элите был применен этот маневр, который сейчас фактически завершается. Значит, как? Увлекли их этими демократизаторскими преобразованиями, значит, и до такой степени довести ситуацию до абсурда с тем, чтобы подвести к жесткому фашистскому режиму. Чувствуете? Вот сейчас все эти годы, вот этот короткий оверштаг и совершался. Таким образом, с точки зрения временной, вот что происходило. Увели, значит, сюда влево, и было запущен вот этот период скрытого двоевластия, то есть в это время появился внутренний предиктор СССР, значит, который выдвинул свою концепцию. И здесь важно, что вот сейчас я вам расскажу. Период скрытого двоевластия, он характеризуется состоянием концептуальной неопределенности. То есть, когда в обществе присутствуют две концепции управления. То есть, вот представьте, суперсистема, элементики, много людей, то есть, а мы суперсистема. В умах владеет одна концепция, то есть, на достижение целей. Значит, и все привыкли работать на достижение поставленных ими целей. Если в суперсистему вбрасывается другая концепция, строго определенная, лексическая, и она начинает овладевать умами людей, а у другой концепции другой вектор целей, то есть получается как бы мозговой рожиш, то есть одна концепция говорит, надо идти туда, а другая говорит, надо идти туда. Вот это состояние называется концептуальной неопределенности. И это состояние, в таком состоянии долго пребывать нельзя. Система пойдет в разнос, то есть ее разорвет. Значит, вот Россия сейчас находится в состоянии концептуальной неопределенности. То есть, когда одна концепция себя изжила, вот эта сатанинская, библейская, а в умах людей уже присутствует наша концепция божеская. И долго это не протянется. Какая концепция победит в противостоянии, как вы думаете? Правильно, наша. Почему? А потому что то, что эмоционально, вот говорят, с нами Бог. А как это выразить в терминах достаточно общей теории управления? А очень просто. У Бога есть вектор целей. И у реализаторов концепции общественной безопасности тоже есть вектор целей. Вектор целей концепции нашей, он совпадает с вектором иерархически высшего объемлющего управления. А вектор целей глобальной мафии совпадает? Не совпадает. Кто сильнее, чья концепция, кому будет оказана поддержка свыше? Ответ очевиден. Вот и все. Поэтому это состояние концепции. Почему мы так уверены вот в том, что не мы одержим победу, как люди, а победу одержит концепция общественной безопасности, мертвая вода. Почему? Потому что ее идеалы, все, что она говорит, совпадают с вектором целей Бога. И победа неизбежна. Речь только в мере кровавости вот этих событий. И мы-то хотим, чтобы этой крови-то было меньше. Меньше было страданий людей. Зачем, когда все понятно? И скорость этого процесса будет зависеть от нас с вами, от того, как быстро мы будем вот распространять по элементикам суперсистемы эту информацию. Поэтому задача и партии, и сторонников, как можно быстрее доводите всем людям. Вот рассказывайте. И ради этого снимается, и я вот пользуюсь случаем, благодарю организаторов, всего этого, Виктора Борисовича Загорчика, руководителя организации нашей, то, что здесь в Тюмени, вот все, кто сидят, помогают
создавать этот фильм. Ведь он с помощью этого фильма сейчас информации пойдет по умам людей. Значит, по студентам, там, по компьютерам, видеофильмы, видеолекции. Потому что, ну, это новая система взглядов. А у нас же много и литературы, и там видеокассет. Сейчас вот на компьютерах схемки будут, наращивайте их. И тогда нас не остановишь. То есть скорость этого процесса, а когда вы победите? А мы говорим, значит, если ждать, то если никто ничего не будет, то долго. А если все мы будем работать на вектор целей, учителя в школах, воспитатели в детских садах, рабочие на заводах, в законодательных собраниях надо своих людей двигать, городов, областей и так далее. И тогда этот процесс произойдет очень быстро. И самое главное, он не будет, вот знаете как, у них-то разрушительный процесс, что мы стали, вот в августе, как меня пытали демократы в 91-м году, где вы были в ночь с 18 на 22 августа, то есть, вот, то есть проснулись в другой стране, а здесь будет тихонько, спокойно, без катаклизмов, без революции, не надо нам этого. Зачем через колено ломать судьбы людей? Чем это обосновывается? Помните балансировочные режимы и маневры. Есть сильные маневры, когда ломают человеческие судьбы через колено, и слабые, когда потихоньку, методом упреждающего вписывания, который мы с вами рассматриваем, вводят в систему в нужный балансировочный режим. При этом, нравится этот термин, не нравится, происходит обрезание элиты. То есть, вот, значит, все эти их усилия, все этих чубайсов, бурбулисов, они псу под хвост. То есть, не нужны. То есть, через них мировая мафия пыталась, так сказать, сделать свое. Но поскольку в состоянии концептуальной неопределенности, когда внутренний предиктор СССР формализовал концепцию общественной безопасности, в лексических формах ее выразил и так далее, было сказано фактически что? Противостояние двух концепций. Вы, ребята, хотите своего, а мы хотим своего, и посмотрим, чья возьмет. А поскольку наш вектор цели совпадает с вектором Бога, с нами Бог, как в песне поется. Вот. И все. Поэтому анализ возможного столкновения вот двух концепций, а, скажем так, одна концепция – это западная, то есть сила Запада, мировое закулисье там и так далее. И вот наша российская, русская концепция. Кто победит? Значит, ну я тоже думаю, уже понятно всем, что победа однозначно будет за нами, потому что наш вектор целей совпадает с иерархически высшим объемлющим управлением. И более того, метод упреждающего вписывания позволит это сделать не ломкой и разрушением, а спокойно. И в этом смысле, как пример, иллюстрации. Вот многие патриоты, понимаешь, значит, типа генерала Ивашова там и так далее, НАТО, и им непонятно, что делает Путин. А Путин говорит: вступаем в НАТО. Теперь понимаете, что значит вступаем в НАТО? Входим туда и начинаем распространять нашу информацию. То есть глобализация на Земле закончилась? Закончилась. Подводная лодка свинчена? Свинчена. Трубопроводы проложены? Ли кабели связи, энергетики созданы? Созданы. Россия один из отсеков. Мы можем от всего остального человечества изолированно и сказать: вот у нас есть все, вам фига. Нет, тогда из соседних отсеков ломанутся и скажут: всегда найдется эта глобальная мафия по принципу, они немцам скажут: ганцы и фрицы, значит, мы живем плохо потому, что Россия не дает нам газ и лес. И чего будет? Дранг на Хостон. Оно нам надо? Не надо. Значит, что надо делать? Надо проникать в эти страны и народы, распространять информацию и говорить им, если уж мы коснулись, вот, ганцев и фрицев, сказать: вы, ребята, сколько сейчас за счет России прибыль получаете? Они говорят: да мы вообще разлили малины живем, то есть там 30-40-50% прибыли. А мы им скажем: ребята, а мы что? 3% или ничего? И чего выберут предприниматели там?
между тремя и ничего, они, конечно, выберут три. Причем, если им рассказать еще последствия, к чему это приведет. Поэтому надо входить во все организации, в ООН, в НАТО там еще, и распространять вот эту информацию. То есть создавать состояние концептуальной неопределенности. И лучше всего это делать через науку, через мировые симпозиумы и так далее. И мы это делаем, между прочим. У нас есть каналы связи и в Японию, и в Китай, там, и в другие страны, и в Гарвардский университет и так далее. То есть все это уже делается. Подводя итог процессам, протекающим в суперсистемах, и вот рассматривая процессы концентрации управления производительными силами человечества на планете Земля, речь идет о чем? Мы суперсистема. Суперсистема введена в среду, то есть человечество создано для чего? Для того, чтобы реализовать цели, которые в отношении нее поставил Бог, иерархически высшее объемлющее управление. В самом общем виде это цели связаны с освоением каждым человеком и человечеством в целом потенциала развития. То есть генетически обусловленного потенциала развития каждого человека и обусловленного потенциала развития суперсистемы в целом. Если вектор целей функционирования суперсистемы не совпадает с этим вектором целей божеского, значит система идет в разнос. Чтобы вывести систему на вектор целей, поставленных иерархически высшим объемлющим управлением, надо, чтобы была глубина совпадения векторов была наиболее идентичной того и другого. Распознавание этого осуществляется через овладение чувством меры и рассмотрение устойчивости процессов по предсказуемости. А дальше будет что? Когда система освоит потенциал развития свой, она должна перейти в некое новое качественное состояние. Значит, и самое главное, это что надо поставить, понять, что вот мы, помните, с вами рассматривали воронку со ступенчатыми краями. Значит, что освоение следующего этапа, ну, суперсистемой, оно может базироваться только на том, когда будет освоен предыдущий этап развития. Нельзя обогнать меру развития. Поэтому основой существования суперсистемы следующего поколения может быть только освоение потенциала развития той суперсистемы, в которой живем сейчас мы с вами. Поэтому будущие поколения человечества, значит, будут базироваться на том, что мы сейчас с вами сделаем. Поэтому задача исключительно важная. Мы живем в удивительное время с вами, человечество, когда, уведя человечество с нужного пути развития, глобальная мафия подвела все человечество к катастрофе, и сейчас для того, чтобы воспроизводство поколений на планете Земля осуществлялось устойчиво и суперсистема осваивала свой потенциал, мы должны решить первую задачу – перейти на концепцию общественной безопасности, чтобы согласовать вектор целей Бога в отношении нас с тем вектором, который мы с вами предлагаем. То есть, вернее так, согласовать свой вектор целей с вектором целей в отношении Бога. И освоив потенциал, подготовить человечество к выходу на новые освоения, на новые этапы развития. Вот какая историческая миссия лежит сейчас на нашем поколении, наших людей, значит, вот на наших современниках. И в этом смысле концепция общественной безопасности, мертвая вода, имеет глобальное значение для всего человечества на планете Земля и, может быть, для существования вообще всех цивилизаций в соответствии с замыслом Бога в мироздании в целом. Вот какая штука.